Монтаж огнезащиты стальной конструкции. Раскраиваем вставки в виде брусков шириной не менее 100 мм и толщиной 40 мм. Длину вставки определяем, исходя из расстояния между полками дутавра плюс 5 мм. Хорошо вымешанный специальный клей наносим на заготовки толщиной 2 мм. Вставки закрепляем в распор между полками дутавра. Максимально допустимое расстояние между ними 600 мм. Выдерживаем 12 часов для высыхания клея. Нарезка основного покрытия для облицовки стального профиля производится, исходя из его геометрических размеров, плюс 2 толщины минеральной ваты для лицевых частей. Наносим клей на вставки из минеральной ваты и сверху приклеиваем основное покрытие. Фиксируем при помощи гвоздей. Длина гвоздей равна толщине утеплителя, умноженной на 2. Те же действия производим с другой стороны двутавра. На облицовку, предназначенную для монтажа со стороны полки двутавра, клей наносим как на торцевые части, так и на лицевую. Прикладываем к полке и скрепляем гвоздями.